Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Венгрию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо она появляется в верхнем правом углу. Всегда смотреть лучше с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Я еще раз повторяю, я не собираюсь захватывать города французов вообще. Я его просто полностью грабил. Ну, ты уже испортил отношения достаточно сильно, как бы. Да, да. И застопил. Да, именно так. Потому что нефиг вот это приходить и вот так вот делать. Я ничего тебе не делал. Возмущался тем, что у него из тумана войны забрали лагерь варваров, а сам приходит поселенцам фиг знает откуда. Поселенцам, прошу прощения. Скаутом и угрожает моему поселенцу. Так нельзя. Пойду железо. Слишком долго думаю. На самом деле. Так, прошу паузу следующим ходом минут на 10, пожалуйста. О, рурочка. Тут, кстати, в тему будет. Довольно производственный, но надо... Надо еще тогда одного... строителя быстро сделаем. Там не проплыть, к сожалению. О, наконец-то тут дамба построена. И 12 производства. Ехали-гали. Кореец, а почему я могу по твоей территории ходить, когда мы с тобой не в союзе? Право прохода мы с тобой приняли. А, точно, я и забыл. Что-то я прогнал. Так, никто не против паузы сейчас? Только за... Окей, в 40 минут возвращаемся. Так, Челиня, ты тут? Тут. Я поел, подобрел. Мы можем мир заключить только при условии, что ты на Канаду не пойдешь. Окей. Какой мир? Что? Вот договорились. Война? Да я ж как бы чисто бегаю, ему территорию граблю. Просто отомстить ему за все, что он сделал в своей жизни плохого. Так отомстить? Ну я нормально отомстил, по-моему, неплохо. Он так вложился там. А канадец, а давно он с тобой дружбу заключил? На 63-м ходу. То есть следующим ходом надо, чтобы ты продлил дружбу с канадцем. Хотелось бы. Я пойду валетту забирать. Не, если ты валетту заберешь, я тогда тебе объявлю войну. Почему? С чего бы? Валетту нет. Я ее... Это, я задолбался ее пересюзеренивать. Не, слушай, я мне надо город выше нее поставить. Она будет мне тупо мешаться. И ниже я еще город поставлю. Она должна быть... Она не самый крутой город, конечно. Но... Когда... Давай военный союз, Краген. Серьезно, Караген, будешь со мной воевать за Валетту? Ну, она мне нужна. Зачем она тебе? Так я за нее покупаю.
с нее все, что нужно. Я ставлю, ну, как беру город, и, по сути, все, что нужно, я сразу покупаю в нем. Все стены, все. Хотя сейчас стали варенье, конечно, мне стены не понадобятся. Ну, тем более, да. Ну, сам посуди, ну, блин. А тебя вообще, тебя не смущает, что там вообще союзник еще уже Китай давным-давно? Ну, я знаю. У меня сейчас послов нету. Сейчас вот у меня будет посол, я сейчас туда кину. Ну, если ты ее сейчас будешь ее забирать, то, блин, там столько послов пропадут тогда. Я сначала буду города... Короче, давай так, я Валетту заберу, но это произойдет ходов, может, через 20 только. Mm-hmm. Нормально тебе? Угу. Челинию, блин, нас Гаргаму держит. Кто здесь, поставьте плюсы. Да, кстати. Так, вы слышали, что мы договорились на мир. Ходить, правда, не могу. Можно я на этот... Попробуй на конец хода нажать, да. Можно я на этот ход пока таймер уберу, я что-то все забыл. Окей. А нормально идет, согласитесь. Ну да. Это все из-за американцев, значит. Блин, а ну тут какао еще. Я еще тут куплю. Строителя. Какао обработаю. А кто тут играл? Картошечка. Вот. Не, картофанчик. Он тут метки так странно расставил. Ну, то есть, например, метка для акведука стоит, ну, и там, в принципе, невозможно акведук поставить, потому что к пресной воде не ведет. Археологический лук. Так. Доступные на культуру из Дебрецена в Бандар-Брюней. Ну, вообще побегаем, посмотрим. Так, акведук есть. Промышленная зона есть. Так, что у нас по ресурсам? Не, кстати, храм Артемиды, конечно, очень классное чудо. Очередной раз убеждаюсь. Да, она вначале очень хороший буст дает. Ну, у кого какие вот стали? У меня столица 17, вообще без особых как-то усилий с моей стороны, только потому что у меня Артемида там. 17. 4. 11. Какой-то механизм получается. Да. Ну это кореец поставил без таймера. Так, трюфеля. Чай у меня есть. И шелк. Трюфеля и шелк с русским можно. Не, подожди, шелк у меня есть там, да, трюфеля. У него алмазы есть. Ладно. Ну какао у меня будет, еще вообще у меня есть. А, вот янтарь. Давайте. Алмазы. Не, подождите, с инком я не хочу, как раз с канадцем лучше. Канадец предложение. Так, и пройдемся по городам. Правильно, правильно, на рост. Дальше так.
Нормально. Тут рост надо ставить. Рост. Так, я хочу... Слушайте, давайте, может, в Будде лучше поселов. Чилини без реально. Микрофона. Реально лучше посела сделать. Вот сюда повезти. Еще мне вот тут надо город где-то поставить. Да и здесь. То есть мне бы еще три посела на самом деле. А... У меня тут странная вещь такая. Я вижу от Санкт-Петербурга вниз акведук длиной в 3 клетки. Там 2 акведука. 2 акведука, да. Но красиво, согласен. С двух гор. Гору выдаивают просто вообще по максимуму. Не, ну это, судя по всему, сломалось просто. Именно клетку горы я не вижу там. Клетку горы не видишь просто. Ну да, да, там это, ну, туман войны, типа. И получается, почему-то нарисовала игра через нее все равно акведук. Получается, акведук длинный, вот реально на 3 клетки. Питер на Кавказе. Ну, нормально. А Москва на Северной Двине. Сконные московские места. Да. А Китай Лену оккупирует. О, блин, все как в жизни, смотрите, там у них есть терки в России с Китаем. О, Кагырка, Покеда. Не понравился Китай, да? Игру ее балансировать, а Фераксис на это забивает. Я не знаю, по какой причине. Так, сейчас мы тут будем делать... Рурку и как раз этого инженера использовал. Я использую. Слово, осудил меня, нападешь через 5 ходов. Давай, давай, нападай. Челинью. 10 тысяч арбалетчиков. Чё за фигня? Я, вот, конечно, сейчас сделаю глупость большую. Давай, канадец. Союз военный. Ладно, что-то походу не получилось, не подключается обратно. Ошибку выдает или висит просто. Придется вам. Пишет, что Китай связь разорван. Мистер Диа, сколько у тебя еще союз с Францией? 2 хода. Ты не хочешь не дать ему? А он с третьего раза получился. Взять. Франция, давай Канаду. Союз военный. Для меня сейчас Россия снесет. А чё толку? Он от Канады ничего не выиграет. Там я вижу всю Канаду. То есть он получит ровным счетом ничего. Там даже гор нет. Вообще никаких. Кажется, зачем я реформацию открывал? По-моему, ради поставки. 10. Так, будем, да, с бесконечным таймером играть? Да, кстати, кореец. Не дело. Ставим таймер. Картошечка, значит, из зулусов, Испании, Бразилии, Китая выбрал Китай? Да. Тоже непонятно. А это не он писал, что первый раз играет? А, он. Первый раз в сети он написал. Ну да, но все равно отличается. С компами неинтересно играть. Ну, по крайней мере, мне. Франция, я прямо сделал, пожалуйста. Так, это я ради какао тут делал этого. Ух ты. Россия напал на кого? Да, на Корею. А откуда вот эта культура, ой, вера вот на этих фермах кореец? Антион на престиж, что ли?
Нет. Нет, это с большого бассейна там эти были. А, точно. Ой. Это у тебя столько было этих? Прикольно. Угу. Накоренить. То есть у тебя как там? Минимум три паводка было, что ли? Но у него на фермах по три веры в ход с каждой с каждой клетки. Неплохо. Да. Это только то, что я вижу еще. Знаешь. Нам бы там Россию тормозить, а она сейчас Корею заберет. Ну, я думаю, кореец угрозился, что он через три хода в самолеты будет всех забирать. Не, поэтому я и с французом замерился. Пришел. В крысу? Не. В крысу? У чувака 700 силы уже ходов 10. Он говорит, в крысу пришел. Ну, блин, я не проследил. Зато за французом внимательно следил. В крысу пришел, ничего себе. Ну, в крысу, в смысле, хороший смысл. Караген, блин, вовсю показывал, как он это... Я еще Карагену сказал, не на меня ты собираешься ли нападать? А Караген еще сказал, не, я через три хода в танки выхожу. Наверное, в крысу пошел, отключил тебе наушники. Для казаков не обязательно-то папать-то в танки, они сами как танки. Не, я понимаю, ну, то есть... Я посмотрел на твою силу, то есть у него была самая большая сила среди всех нас. Да, но они... Подожди, еще... казаки то как танки, они только у границ России. Ты же, если ты будешь их, например... В каких клетках? В одной клетке они работают от границ? Какая там вообще у них способность? Сколько на своей клеток? Территории. Плюс 5, по-моему. Да. Не, там написано в соседстве от границ, как-то так написано. Сейчас, глянь. Синхрон. Пока Кагырка подключается, мы уже все проиграем. Вот, плюс 5 боевой мощи при сражении на своей территории или рядом с ней. Ну, то есть в соседней клетке от территории. То есть, грубо говоря, отойди чуть подальше от них, и они это обычная кавалерия. Но нападать на Россию, конечно, на казаках это так себе. Так, тут подождем один ход. Ну, сюда ставлю. Ну, Россия, как правило, когда в казаках, она уже в армии. Казаки нет. Не просто так, а в армии. Почему? Нет, у меня сейчас корпуса тут будут, правда. Вау, что происходит? Чё, пауза, да. Да ё-моё, Челини, то телефон, то мышка. Блин, да, Челини напряжный сегодня. Гриня. Да. Похорони его там. Так. Один. Не, дайте я отложу тут производство. Отложу. В остальных городах у меня все построено, да? Озеро... О, господи, блядь, тут скаут какой-то на автомате все еще плавает. Мало кто успевает на этой стадии с динамическим таймером. То есть, когда ты говорил, что пойдешь в Китай забирать, ты на самом деле собирался на Корею напасть, да? Ну, когда он сказал, что он в самолетах, ну, как бы, я понимаю, что у меня защиты не будет. Ну, это да, кстати. Нас Челини это не слышит. А почему? Он же писал, у него телефон сел. Ну, я не пробью эти стены. Проще тогда бегать, все воровать. Да. Блин, столько чудес. Еще доступно.
Что, и здесь я могу дамбу построить? Еще одну? А, здесь. Подождите, а это тогда на какой реке дамба? На Дунае, а это Раба. Блин. Ну, я бы в Кесиге, конечно, строил дамбу. Никто не хочет Катукуин построить. Нет? То у меня тут комп начал его строить, и в таком месте, в котором, ну, запорол, короче, все, что можно. Какое-нибудь чудо построить. Чеченица. Тут много вообще? Где лучше чеченицу построить? Ну тут как-то мало для чеченицы. Дворец Потала. Дворец Потала. Интересно, тут производства нету. Тадж-Махал. Тадж-Махал. Ну давайте Тадж-Махал попробуем. Наверное, пора уже Валете войну объявлять и качаться. Правда, в Валету два каравана бегает. На культурку. Не надо, теперь уже... Стены подвести, фу, эту, как ее... Башню подвести, казакам пофиг, да, на башню уже? Да, казаки... Кавалерийский юнит, а не рукопашный. Башня только на рукопашных, как бы, на, там, на мечников, на копейщиков. Такое действует. Челиньо такой в руль. Обещал, да, не нападать на Канаду. Все же слышали. Да. Такая в руля. У меня есть хитрый план. Я уже выдвинул. Ты всадника к нему со стороны кахот. Ух ты, ваншот прям. Ой, блин, ну... Я решил, что это рабочий выбран. Так, пора тут уже театралочку все-таки ставить. Давайте вместо этой... Вместо этой фермы. Лиссабон. Давайте, наверное, в Кардифф. Кардифф никто там захватывать не будет? Да, вряд ли. Первый посол у меня есть, надо в Кардифф. Да, да, что надо? Артиллерию купить надо, да? Ну да. Против этих стен. Вот границы Канады. Надо
Так, из Обуды в Бандарбрины и из Тергома в Бандарбрины. Из Обуды. Я на культуру все отправляю. О, можно купить артиллерию. Ну, блин, из Обуды откуда еще было? Из Эстергома. О, мистер Ди против меня военный лагерь поставил. Это повод, да, меня забрать? Нет, это повод выкупить вино. Я буду от обиды заливать горе винищем и, может быть, прощу тебя. А твои солдаты будут с завистью смотреть через речку на... плантации виноградные. Лёш, там наши в караваны этот грабят. Кто? Всадник над Пештом. Всадник над Пештом? Я там не вижу никого. Левее над Пештом. Так, но проблема в том, что я Корее не могу объявить войну, по-моему, пока. Ну ты хотя бы поставь на границе, чтобы он пройти не мог. Я понял. Во-первых, я не вижу, где он, начнем с этого. Все, рурка моя будет. Миллиард арбалетов просто. Все-таки арбалеты против мощи 85 не совсем. А на чем тебя там забирают, Хрюгин? Меня забирают? Не забирают. Да он меня забирает. Да нет, ну я там на этот... Ну он стены поставил, я не заберу его так чисто пограбить. Есть, а надо было же, наверное, карточку на грабеж поставить, да? Наверное, да. Ну да. Ё-май. Корейские хвахчи отбились от русских казаков. Ну там сейчас, правда, с этой артиллерией придет. Ну и с танками. Мне просто денег надо. Не, я предлагаю мир и все. Ты уходишь просто. Ты меня нормально стопнул. Мне надо восстанавливаться. Согласен? Я бы еще пограбил. А он уже все. Я бы еще артой попробовал что-то сделать, раз она уже есть, идет. Почему нет? Он уже проиграл, ты не видишь просто. Ну, не, ну у меня тут вторая волна, как бы, этих еще. И че? Казаков. Ну, я ну как, знаю. Я вижу, что 800 силы против 600. То есть пока у русского больше сила армии. Он их теряет по 3 каждый ход. Серьезно? По 3 теряешь? Ну он же, я ж вижу, аж в центре, он обстреливает со всех городов, плюс куча хвач вот этих вот. Ну, соответственно, ну не стоит, просто... значит, в центре так стоять. Встань на границе. Ну я пробежал так, пограбил. Ну, если честно, я 3 техи открыл, по сути, за грабеж.
далеко не вижу. Ну чё, мир? Давай. А, через два хода. Челини, ты мне обещал на Канаду не нападать. Почему ты собрал? Ну, в этой игре я не хочу с тобой договариваться просто. Ну, как бы тут без времени. Круто. Вот это как бы было вообще неприятная фигня. Это когда ты прибежал просто и награбил 1000 голды и ушел. Я должен еще слушаться. Ну, так ты ж опять же не договорился со мной. Тебе была предложена дружба. Предложено. Ты пришел к моим границам. Такой, я тут царь, я сейчас буду поселенца захватывать. Так же было? Нет, не так. А, Дебрецен. Здесь. Производство, вау. Давайте библиотеку, потом фабрику. Главное, у китайца прямо возле столицы место для кампуса на плюс 4. Он ставит кампус на плюс 1 возле ППшки. Он вообще, то есть даже когда ставил кампус, просто не смотрел вообще, в принципе, там, на какие клетки. А где плюс 4, где? Ну, два рифа, вот, между ними. Подожди, где рифы? Ты, ну, у Сианя где-то рифы? Да, два рифа. А, вот риф. А, точно, да. Серьезно. Вот сюда на плюс 4. Вот риф и вот риф. Канадец, прими, пожалуйста. Так, кореец, скажи, ты меня сейчас будешь гадить, убивать твоего коня, или ты понимаешь, что я объявил войну Франции? Не, погать, он мне опять войну объявил, короче. Я объявил войну Франции, чтобы канадец имел плюс 5 против Франции. Нет, не совсем. Кореец. Ну чем я тебя гадить буду? Ну вот ты сейчас убрал коня, хотя мог его проатаковать, ты мне не ответил никак. Ты будешь или нет? Ты просто ответь. Так будешь что? Я не особо понимаю, что ты имеешь в виду. Смотря что. Воевать со мной, прибегать на мою территорию, грабить территорию. А что еще? Ну, использовать войну в своих целях. Я не слышу пока ответа. Пока не планировал, я не знаю. Но ты думаешь это сделать? Нет, я просто об этом не думал. Ладно, короче, нету ответа прямого, извини. Прямой вопрос, ответа нету. Я наконец-то чудо достроил хоть какое-то.
Так, аэродромы надо строить. Может, таймер побольше поставим? Нет. Не-не-не, играем с динамическим, а то мы точно до утра будем следить. А танки это легкая кавалерия же, да? Нет, тяжелая, легкая, это вертолеты. А, ну значит они у меня в вертолет будут тапаться. Угу. Так, давайте строители. И вот тут я хочу коммерческий район поставить. Вырубить. Здесь все. Дворец подал, давайте. Инк, ты можешь меня предупредить, если вдруг какие-то юниты французы побегут через тебя? Ладно, мне не жалко. Ого, танки сколько стоят, блин, надо было раньше купить этих. Уже танки, безнадежные отстали. Инк, ты не хочешь все еще Францию попилить с другой стороны, да? Инк никого не может. Мы с Францией в союзе. Блин, это да, турок. Блин, я думал, это канадец. Хожу тут, смотрю, где воюют. Все предложения. Ну, то есть вот я сейчас через два хода нахожу уран. И я не смогу ничего сделать, пока я не открою пусковые шахты. Либо в самолеты, блин, не выйду. Ну это же... В смысле, ты не сможешь ничего сделать, пока ты проект Манхэттен еще не построишь тебе, так, на минуточку. Ну ладно, да. И плюс еще ядерная ракета тоже не в этой техе, а в следующей. Нет, в этой. А в расщеплении ядра как раз про, ну, проект Манхэттен, но это следующая теха. Ну ты сказал, что ты уран открываешь, так это следующая теха. Да, ну чтобы мне что-то сделать с ураном, это я во что должен выйти тогда? В пусковую шахту, либо в бомбардировщики, либо ну, да. Там подлодку. Ну а пусковая шахта она вообще по другой ветке идет. В
Да. Поэтому надо было идти в самолет. Ну да, что-то фигня, блин. Тут только такой выход. Если есть возможность, выходишь в самолет раньше всех. Вот у Алексея плюс 12 за действующих союзов, и как бы молодцы все. Почему они все молодцы? Ты молодец. Ну я-то да. Нет, я считаю, что вы все молодцы, действительно. Все игроки в этой партии молодцы. Вспоминается фильм «Хэнкок». Где он там? Все молодцом. А, на смячке чудо. Так, тут один ход подождем. Здесь аэродром готов. Вопрос в алюминии, да? Надо развлекательный центр ставить. А сюда поставлю. Хотя он ничего соседству тут не даст. Блин, ну тут еда, правда, хорошая. Сюда поставлю, ладно. А, русский, ты корейцу не дал открытые границы, там вот это ничего? Ну, у нас же война была. Я не давал. Ну, вдруг вы замирились, ты ему открытые границы, чтобы меня не бояться, что просто он тут прибежит. Мир. Просто мир. А, да, я тут жду один ход. Пеште что? Монумент, древние стены. Зомби, это уже нет. Шпиона. Кстати, давайте шпиона и почву здесь. Ничего себе, нашлось. Еще. Еще надо тут города ставить. Боже, как венгры и французы друг друга ненавидят в этой игре. Прям чувствую вот это сквозь монитор такое. Какое-то напряжение. Хорошо, что между нами инк такой, знаешь, типа пацаны. Ну да, это точно. Постойте, спокойно, спокойно. Это точно, это не поспоришь. Канадец, как там дела у тебя вообще? Плохо, но у меня есть план. В плане... Ты что-то задумал или в плане ты куришь? И типа расслаблен. Задумал. Хорошо. Ты хоть придерживаешься плана? Да. О, рабочий. Кайф. Так, стоим тут. Зомби может видеть мой план. Так, алюминий два хода. Интересно, что там будет. Так, содержание юнитов. Рационализм я не поставил. Да, с ураном беда. Так, два влияния давайте. И рационализм, наверное, вместо...
вместо центра коммерции. 225. Отправляем. Стамбул 152, Лион 96, Сиань 104. Что-то все как-то у русского интересно, вкуска. 128, 90. Ну, я смотрю, у кого, где больше всего денег можно спереть. 176, 9. Ну, давайте, наверное, в Питер. Так уж и быть. Так. Давайте, наверное, Пенгалу на гранты уже прокачаю. Нет, нужно естественную историю, кстати. А потом урбанизацию. Какой тут район поставить мне в Дебрецене вот сюда? Коммерческий получается. Блин, тут надо Дебрецене обработать клетки. Как-то у меня тут все слабенько очень. Дворец Патала не удалось построить. А жаль. Слушайте, давайте попробуем способность для Кахоке. Вот она, да? Я же когда провожу мобилизацию, я еще туда два посла как бы отправляю, понимаете? Дополнительно. То есть, считайте, я плачу не только за армию, но еще и за двух послов. Я вот эту способность забыл.
Ничего себе, это я хорошо зашел, да? Нормально. То есть, если ты сейчас не построишь стены в тегу за один ход, я его забираю? Да, но я построю там стены за один ход. Да, вот он так же в прошлый раз. Я не успел. А не факт, что это его спасет, кстати. Ну, я не смог пробить. Вот и купальня подоспела. Я опять нормальный век из-за этого выйду. Но мне нету смысла тут откладывать. Так, что с алюминием? Раз алюминий. Два алюминий. Три алюминий. Четыре, я так понимаю, под Тадж-Махалом или что? Ах ты сволочь, создал на развалинах моей империи свою религию. Ну да, получше будет, наверное. Ты чё, Корея ещё не стали варенье? Нет, походу. Ну, если он до самолета сбежал, тогда да. Столеварение еда. В смысле, ты только? В России уже давно. Я уже твоими батами. Зачем ты корейцев за французов впрягаешься, не пойму. Ну что, я нормально в этой игре сижу. Я нормально. Вот в этой игре я нормально. Я как венгр. Уважаемые зрители, проголосуйте в комментариях, Челлини в этой игре нормально или нет. Ждем ваших отзывов. Не, зато весело, я вообще не спорю. Ну как бы да. Значит, неинтересно. Противовес чему? Единственный человек, который в этой партии захватил другого, это Франция как раз. Понимаешь? Ну как бы кого я захватил, как бы, блин. Какого-то прям игрока, при котором я усилюсь? Нет. Блин, три хода. Слушайте, может, еще и успею? Блин, а где-то у меня еще должно быть алюминий. У меня 4 алюминия было написано. Алюминий. Так, это я, наверное, от Бандар Брюне имею. Так, у инков есть. Я обработал Уинка под кампусом. Вы уже успели обсудить новую Half-Life? Ну, я не фанат Half-Life. Прям вообще. Эх, жалко, да, Алексей, что Каравелла не может мне на босс, да, напасть? Да, да, да. Бояться, да, прям? Они прям грызут вот здесь берег. Ты не видишь это? Но они грызут берег тут. Да, прям. Ну никак она прям не пройдет. Алёш, союз? Да, конечно. Я надеюсь, что ты еще сейчас на Корею нападешь еще раз. Все-таки. Когда у вас там закончится мир. Да я не знаю, чем.
На этом пока все. Спонсоры канала. Продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества, для остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!